В условиях активного распространения коронавируса особо большая нагрузка ложится на медицинский персонал. В связи с этим планируется повышение зарплаты медиков. Доплату получат врачи и другой медперсонал, который работает с пациентами, заболевшими коронавирусом или оказавшимся в группе риска. Проект постановления правительства Федеральный Минздрав уже опубликовал для общественного обсуждения. Предлагается назначить врачам скорой помощи и первичного звена дополнительные выплаты в размере 80% от средней за 9 месяцев прошлого года зарплаты. Для среднего медперсонала размер надбавок составит 40%, для младшего медперсонала – 20%. Параллельно с этим мы Сергею Ивановичу вносим на обсуждение документы, которые бы региональные надбавки такие устанавливал. И если Сергей Иванович нам добро даст, то тогда мы запустим на согласование, начнем подсчитывать. Мы приняли решение о том, что у нас будет специальный фонд, который мы создали уже, который будет наполняться как региональными, государственными, так и частными деньгами для поощрения работников здравоохранения, кто наиболее активно помогает нам противостоять этой пандемии. В дни пандемии медики работают без отпусков и выходных. Именно этим людям сейчас приходится тяжелее всего. Поэтому в регионах надеются, что введение дополнительных выплат хоть как-то поддержит врачей в непростое время.